Светлые классы, современное оборудование, удобные коридоры. Такой будет пристройка к лицею номер 21 в микрорайоне Сходня. Сегодня ее презентовали химчанам. У здания появится дополнительный блок на 200 мест для младших классов. Совместно с нашим управлением по образованию рассмотрены микрорайоны, где остро нуждаются школы в дополнительных помещениях, так как дети учатся во вторую смену. На Сходне этот вопрос стоит очень остро. Сделают большую столовую и спортзал. В классах планшеты и интерактивные доски. На улице беговые дорожки, площадки для баскетбола и мини-футбола. Также в проекте предусмотрели все для маломобильных граждан, пандусы и сплошные двери. Появление новых мест в школе полностью исключит вторую смену. Это важно для Анны Куприяшиной, мамы двоих детей. Конечно, когда ребенок сначала учится в первую смену, а потом во вторую, приходится как-то менять расписание кружков, секций. Поэтому, конечно, в идеале, если ребенок будет учиться в первую смену, чтобы после школы у нас было больше свободного времени для уроков. Новый блок школы планируют построить в течение 2 лет. В дальнейшем мониторинг территории продолжат. Уже сейчас выбирают места для строительства учебных заведений. Ксения Каретникова, Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.